Жінки повинні народжувати дітей, займатися домашніми справами, повинні варити борщі, а не судити футбольні матчі. Женський арбітраж – це була дикоринка. Що не так з українським суддівським корпусом? Не маю права. Чому? В лічному розмові можу сказати одну. Да. А Гармаш проблемний футболіст? Ще ж опять я скажу, і будуть обіди зі сторони ігроків. Скажіть, будь ласка, вам колись погрожували до або після матчу? Ну, я не маю права коментувати даний епізод. Що робить Катерину Монзуль щасливою у цьому житті? У мене слабость – це дійсно рак і таранка. Я обожаю просто це. Друзі, всім привіт! Наш сьогоднішній гість – особлива персона українського футболу, залізна леді українського футболу, найкращий арбітр України, на думку багатьох експертів, найкращий арбітр України 2020 року. Так, а далі треба читати, тому що багато дуже регалій. Людина, яка входить в топ-трійку найкращих футбольних арбітринь світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики, яка входить в топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус». Людина, яка перебуває на 9-му місці у списку найголовніших людей українського футболу від журналу «Форбс». Катерина Монзель. Доброго дня. Доброго дня. Читаю регалі по телефону. Читаю регалі, тому що так запам'ятати складно і дуже приємно, що регалі багато. Але знаєте, що я хочу розпочати нашу розмову? Ви з відзнакою закінчили Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова. За спеціальністю тут потрібно уточнення, тому що є варіант архітектор-містобудівник чи інженер-проєктувальник? Інженер-градостроїтель. Інженер-містобудівник, окей. Да. Скажіть, а чому саме ця професія, от, чому ви вибрали? Ну, теж, що я окончила школу с золотой медалью. И был выбор между Железнодорожной академией и инженер-градостроительством. Но даже, ну, образованием. Даже выбирая это образование, у меня все равно сердце лежало к спорту. И параллельно, учась даже на первом курсе в Академии городского хозяйства, были назначения на женский чемпионат Украины. Ездила, судила. Вот не могу даже сказать, по какой причине именно выпал выбор на эту академию. Тобто ви пішли вчитись туди, але, ну, жодної миті не бачила себе в тій професії? От. Ну, почему? Мені цікаво було, я даже після окончания Академии городского хозяйства я отработала 2 месяца в судебной экспертизе имени Бакауриса по строительству. Но почему выбрала спорт? После 2 месяцев мне мой начальник говорит, вы выберите что-то. Или будете работать у нас, или будете дальше заниматься спортом. По той причине я только начала работать, это же как спортивная жизнь, это сборы зимние, это подготовка к матчам. Пришел вызов на сборы, пришла к начальнику, говорю, мне уехать на 5 дней надо. Она говорит, ну хорошо, первый раз без проблем, только вернулась, потом следующие международные сборы. Он говорит, нет, ну сборы за сборами, вы должны что-то выбирать. Поэтому выбрала арбитр, быть арбитром и судить матчи. Вот видите, футбольный арбитр вашего уровня, это уровень Украинской премьер-лиги, это международный уровень, высоченный уровень. Может найти час на какую-то другую работу, на какой-то собственный бизнес, или весь час вы присвячиваете от выключно работе арбитра? Ну, я скажу, наверное, это больше зависит от самого человека. Я, допустим, не могу совмещать. У меня был опыт, я была преподавателем. Опять же, я окончила Академию городского хозяйства как студент. После этого был перерыв, и как бы судьба опять привела меня к этой академии. Я работала там преподавателем, по физической культуре. Работала 4 года, ну, потом же опять совмещение, постоянные сборы, постоянные отъезды. Это бывали такие соревнования, что уезжаешь на месяц и больше. Поэтому, ну, такие преподаватели, я думаю, и такие работники мало кому нужны. Но некоторые люди, получается, совмещать. У меня, я пробовала, у меня не получается. Я понимаю, что мое внимание рассеивается.
и я не могу сконцентрироваться на каком-то одном деле и выполнять его хорошо. Ну, именно, может, из-за моего характера я выбрала заниматься только арбитражом и полностью посвящаю этому времени. От всіх людей цікавить футбольна громадськість, футбольний арбітр в Україні, він може дозволити собі займатися тільки цією справою? От я маю на увазі з економічної точки зору. Ви знаєте, що дуже там багато розмов про те, що в нас одні говорять, арбітри мало заробляють, це арбітр так говорить. Інші вважають, що арбітри ну, шалено там забезпечені матеріально люди. Ну, от ви можете собі дозволити нічим, крім роботи в футболі, не займатися і назвати себе, ну, давайте скажемо так, матеріально забезпеченою людиною? Ну, опять же, это индивидуально. Для одного 1000 гривен – это не деньги, а для другого – это деньги. Поэтому, ну, мне достаточно, и я могу заниматься арбитражом. И, ну, так, чтобы нічому собі в побуті не да відмовляти. Ну, как, это тоже все зависит от... Ні, ну, я маю на увазі, ну, знаєте, як можна ж, ну, умовно кажучи, одягатись там Louis Vuitton і Gucci і вважати це сенсом свого життя. А можна там, ну, наприклад, випити хорошого дорогого вина і поїсти в хорошому ресторані, а десь там трішки простіше одягнутися. Ну, то да, все залежить від питання, але да. Я ж говорю, у мене как бы не достатньо. Друзі, з Favbet гра не закінчується ніколи, і для підписників каналу Вацько Лайф Favbet підготував спеціальну пропозицію. Переходь за посиланням при реєстрації, вказуй промокод Favbet YouTube Bonus, поповнюй рахунок на 50 гривень будь-яким зручним способом через термінал або картою. У розділі «Бонуси коштує» побачиш активний бонус. Тисни кнопку «Старт». Роби ставку від 50 гривень на будь-яку подію із будь-яким коефіцієнтом і гарантовано отримуй 50 гривень на рахунок. Неважливо, зіграла ставка чи ні, і найкрутіше – ніяких відігравань. 50 гривень – відразу твої. Реєструйся за посиланням. Акція тільки для нових гравців. Будь всередині гри із Вацько Лайф та Favbet. Подумай про найкращий матч у житті. Навряд чи ти згадаєш усі небезпечні моменти. Але ж пам'ятаєш, як перехоплювало від них подих. Не скажеш ти, скільки хвилин додали в кінці. Хоча шкірою пам'ятаєш, якими гарячими вони були. І точно кількість ударів у матчі ти не назвеш. А от кількість ударів серця не забудеш. Як не забудеш і ту напругу, від якої пробки повилітали. І ту пару фінальних секунд, які, здається, тривали вічність. Емоції не забуваються, коли ти всередині гри. Favbet. Каким зазвичай є ваш день? От, как бы, не знаю, это из минусов или плюсов, я очень, ну, я не рано просыпаюсь. Для меня мой график, я поздно очень ложусь, после 12, и просыпаюсь в районе 9. То есть, ну, на сегодняшний день это... Это не рано, это нет, это, ну, я считаю, это не рано. Не рано? Поэтому, ну, мне все знакомы, я очень люблю поспать, я не знаю, это из плюсов или из минусов считать. Но просыпаюсь, выпиваю чашечку кофе. Это для меня, я тоже очень редко завтракаю. Тренировка. То есть в основном вот все думают, ну, что там арбит вышел, полтора часа отбегал, и все, больше ничего, ничем не занимается. Но арбит до этого очень много, помимо матча, за матчем происходит работы. То есть это каждый день на тренировке, это теоретическая подготовка. Вот у меня тренировочный процесс, ну, очень много тоже занимает поездки, то есть время на дорогу. Приезжаешь, у нас по регламенту мы должны до матча приезжать за один день, чтобы подготовиться к игре, отдохнуть, выспаться и готовым выйти на игру. То есть если получаешь назначение, ты за один день приехал и на следующий день приехал после игры. Это как минимум занимает 3 дня. Поэтому, если вот я в Харькове, если во Львов, это нужно быть в пятницу, да, допустим, если в субботу игра, это нужно выезжать в четверг. Бывает, это 4 дня занимает. И вот что у меня еще, когда есть свободное время, я очень люблю, ну, в это время посвящать семье, то есть общению с родителями, с сестрами. И вот чем дальше, может, чем взрослее становишься, есть уважение, огромное уважение к родителям, им благодарность большая. И хочется для них что-то приятное сделать. Вот, допустим, в летнее время я собираю там племянников, родителей, и мы, ну,
так, выезжаем на прогулку в парк, потом заходим, у меня моя мама любимая там есть, она очень любит суши. Я завожу, ну, как бы мы садимся, суши кушаем, ну, проводим семьей время. И в парке есть, есть ресторан, как раньше там был бывший «Кристалл». Вот у них еще как старые воспоминания, и мы тоже заходим туда мороженое кушаем. Ну, то есть хорошо проводим время. Такая семейная людина. Да-да-да. Вот для меня это, ну, как бы очень большое значение имеет. Это общение. То есть для некоторых это не важно, да, там общение в семье. Для меня вот чем дальше, тем я больше осознаю, що для мене це, наверное, самое важное. Дивіться, от щоб судити матчі чоловічих команд, ви ж повинні складати нормативи на рівні чоловіків. А як тут ви тренуєтесь, щоб бути успішною в цьому аспекті, щоб витримувати цю конкуренцію? Ви сказали, що у вас є там різні методики підготовки, тренувань. Ви самі це робите? Чи у вас є персональний тренер? Як це от відбувається? Як цей план вибудовується? Як ви знаєте, яку роботу ви повинні виконати для того, щоб, ну, щоб бути в порядку, щоб встигати за ними? Ну, є зараз спеціальні програми, це УЄФА, ФІФА, і у нас в Українській асоціації є спеціальні тренера, в кожній, як би, і нам присилають програму, по якій ми повинні тренироваться. Также зависит матч, если на этой неделе матч, и от этого матча идет, ну, отталкиваться от данного матча, и какая будет тренировка. То есть перед матчем обычно скоростная тренировка, где-то после матча это восстановление, тяжелое интенсивностью. То есть это в зависимости, когда у тебя матч. Если нет матча, тогда более нагрузка. Есть специальные тренера, есть специальные программы. Вот, допустим, в УЕФА есть Top Sport Lab, вот, ну, ты потренировался, есть специальные часы, Polar. Сейчас выдали датчик, тоже датчик, который еще следит за твоей скоростью, который показывает точно твою скорость. То есть во время тренировки, если ты делаешь скорость, и у тебя, ну, там ты чуть быстрее, да, своего ускорения, ну, не спринты, а ускорение, это датчик сразу показывает, и он показывает, сколько в течение тренировки было именно спринтов. Есть, я же говорю, есть тренера, которые следят за нашими программами. То есть эти данные переходят на шляхом там интернета, да? Да, через интернет, через приложение, да. В УЕФА, там специально люди, которые контролируют. Да, и у нас и в Украине, в Украине тоже самое, да. У нас есть тренер, который следит за нашими, за всеми арбитрами, мы в программе, он следит за нашими тренировками и делает анализ. Ну, а если, например, ну, не хочется сегодня? Не хочеться сьогодні. Ну, буває, ну, погода погана. Дощ іде, сніг випав. Ну, не хочеться сьогодні. Що тоді? Все равно виходиш, одягаєш куртку. Да. Это единственное, если заболел, да, это ты можешь отметить, что ты заболел и себя плохо чувствовал. Но я вот скажу, вот бывает, просыпайся, ну, не хочется, да, ну, не хочется. Если, и я понимаю, если бы не было тех часов, вот не хочется, не хочется, и я бы не вышла на тренировку. Ага. А вот благодаря им, можно сказать, ты себя мотивируешь, находишь силы в любом состоянии, при любом самочувствии выходишь. Может, не суперкачественно иногда делаешь это, не на 100%, но все равно они мотивируют выйти и начать тренировку. Ну, а после того, как ты начинаешь эмоции, все, ты начинаешь, продолжаешь, и все хорошо делаешь. Ну, тобто, мы зараз лайфхак все отримали, так что вы не можете себе заставить бігати, займатися фізкультурою і спортом. Треба години. Оно как бы не смешно звучало. Даже сделать тренировку, ну, зная анализ, потом смотря на твои результаты, на свои, ну, интересно. То есть сколько, какая скорость максимальная, какая дистанция. Если бы этой информации не было, ну, было бы, наверное, тяжелее бы себе. Такая боротьба с собой. Да, ну, скорость хочется каждую тренировку все больше и больше свой рекорд побить, поэтому интересные вещи. Друзі, підписуйтесь на канал Вацько Лайф, ставте лайки чарівній Катерині Монзуль, не забувайте натискати на дзвіночок, який традиційно зазвонить саме тоді, коли буде потрібно. А що вас мотивує? Гроші? Слава? Кайф від того, що ви займаєтесь улюбленою професією? Що? От третій варіант. От дійсно я отримую удовольствие, вот чим я займаюся. Потому что как бы там материальные или какие-то другие ценности, это не важно. То есть оно, я же говорю, вот арбитры тоже имеют уникальную возможность заниматься тем,
чем они любят и что им нравится. Потому что взять, допустим, обычного работника, да, который работает на заводе. Он просыпается, он идет, у него нет эмоций, нету, ну, приходят такие. Вначале, может быть, каждая профессия нравится, но постепенно, со временем устаешь от этого. Ты на работу просто, чтобы працювати, да, там якусь, да, да, гроші, да, заробляти и жити. Да, вот я задаю себе вопрос, сколько людей делают то, что им нравится? Немного. Ну, есть, конечно, примеры, но вот арбитраж – это тот пример, ну, который ты действительно делаешь то, что тебе нравится. Ну, дивіться, от ви в своїй професії досягли неймовірних висот для українського арбітра, насправді. Чи є для вас мотивацією вийти там на рівень міжнародний, далі там судити, чи як правильно говорити, судити чи обслуговувати? Ну, обслужувати, судити – це… Нормально, окей, да, це, да, це, да, це, да, це, да, я, да, не виходжу там за якісь норми. От обслуговувати якісь там топові матчі, Ліга, чемпіонат світу, да, чи там чоловічі. Це є для вас викликом, це є для вас мотивація, чи… Чи все-таки це вже другорядне, це вже похідне від того, що ви займаєтесь улюбленою справою, ви арбітр матчу? Ну, для мене більше мотивація. От я теж кілька разів задавала себе питання, от що для мене важніше. Для мене не важливо, який матч. Для мене дійсно вийти і його відробити професіонально. І от для мене це найбільша цінність. Тобто статус матчу? Ну, десь на підсознання, звісно, давить, але думаєш, хорошо, дуже відповідальний матч, да, ти працюєш, дійдеш до нього, але не професійно справишся. Нужно ли це? Ну, для мене ні. Для мене краще професійно справлятися, хорошо виконувати свою роботу. Для мене от ці питання важливі. Ну, є делікатне питання. У футболі тренерів, футболістів, функціонерів, вболівальників завжди, або не завжди, переважні більшості випадків в невдачах їх команд винен арбітр. Так? Ну це не секрет ні для кого. В мене син любить футбол. І він інколи жартує, я от хочу стати арбітром. Або купи мені перчатки, я хочу бути воротарем. У мене від цього виступає холодний піт на чолі, розумієте? Ви зараз згадували дядька, ви зараз згадували родичів своїх, які є футбольними арбітрами, які зсередини на власному досвіді, на власній шкірі знають, що таке, коли там на стадіоні сидять знатоки і протягом всього матчу їм розказують, кричать на їх адресу. Потім там прес-конференція чи в пресі там тренери, футболісти, журналісти обговорюють. Ну, коли ж все добре, коли арбітр непомітний, про нього забувають, але якщо що, відразу і обговорюють, ну, скажімо так, неприємними словами. От як ваші родичі підштовхнули вас бути арбітром, знаючи це все? От діло в тому, що мені на мій вибір ніхто не повлияв. І не давив ні батьки, ні... Ну, как бы не родственники. Ну, я розумію, що не давили, але не було вибору. Кать, ну навіщо це потрібно? Ну, посуну. Вот я за это и родителям очень благодарна, что они меня поддержали в любом моем выборе. И просто как бы они находятся рядом, я знаю, что я на них в любой момент могу рассчитывать, и то есть неважно, независимо от моего выбора. Нет, не было ни договора, нет, совершенно не договаривала, нет, 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 нет. То просто есть, неимоверно. Ну, вот я скажу, у меня как бы самые главный мой, который поддерживает, да, мой болельщик, так скажем, это мама моя. То есть раньше она, ну, редко когда смотрела футбол. Сейчас, потому что я как бы сужу, она следит. Она, вот я говорю, мам, ну не читай ни медиа, не читай интернет. Ты ж, ну, я вижу, что вот захожу вечером, у нее прямо вот слезы на глаза, да, захожу на... Что случилось? Молчит. Ничего. Говорит, ну, тут точно начиталось каких-то... Нет, я ничего не читала. Но проходит матч, она звонит. Все как прошло. Я говорю, ну, все в порядке, все нормально. Она говорит, ну, знаю, знаю, я там прочитала, там кто-то и все мне рассказывает, что пишется в интернете. Поэтому она действительно за мной всегда следит, всегда со мной рядом. Ну, до сегодняшнего дня не могу ее отговорить поменьше читать. Потому что она все через себя пропускает, всю эту информацию. Ну, весь негатив, не позитив. Вона, мабуть, більше знає, ніж я, вже що там пишеться. В Вікіпедії сказано, я нічого не придумав зараз, в Вікіпедії сказано, що коли ви обрали для себе шлях арбітра, то, я цитую, на початках зіштовхнулась із несприйняттям зі сторони чоловіків. Можете пояснити або спростувати цю історію?
Да, ну это как бы, можно сказать, не прямой смысл, но вот, допустим, то время, когда я начинала, да, 2000-й год, в принципе, женское судейство, женский арбитраж, это было, ну, диковинка, да. Честно, да. Признаться, это сейчас Украинская ассоциация очень большой идет точка развития на женском футболе, на женском арбитраже, то есть со стороны ассоциации большая поддержка женского футбола идет. В те времена это, даже вот я помню, приезжаешь, как все начинаем судить, да, это юношеский футбол, потом район, ну, это деревня, это, да, область, то есть там, область, да, все шаг за шагом. И болельщики со своим темпераментом и приходят просто отдохнуть. И когда проходит там 5-10 минут, у них уже не о футболе речь. Конечно, там же отдых пришел, конечно, нормально. Да. И они начинают обсуждать, а кто ж там в поле судит, мужчина или женщина? То есть для них уже футбол не интересен, они уже сконцентрируют, концентрация внимания на другое идет, и разговоры. Для них это была диковинка, и действительно в то время... Ну, можно сказать, что это было начало, и, ну, удивление вызывало у многих. А вас ображають фрази на зразок, ну, це не я придумав, я цитую різних спікерів, да? Жінки повинні займатися більш жіночими справами, жінки повинні народжувати дітей, займатися домашніми справами, повинні варити борщі, а не судити футбольні матчі. Ну, это вас, все... вас, як ви до цього ставитесь? Ви ж читаєте, ви бачите, ви чуєте це. Як ви до цього ставитесь? Ну, я стараюсь на это не обращать внимания, но главное, чтобы, конечно, это, если где-то пишется, ну, если это в глаза будет сказано. И еще важно, в принципе, ну, что женщина не должна заниматься хозяйством, должна воспитывать детей, должна заниматься семьей. Тут, да. Тут бачите, тут же такие, зараз дуже модне поняття сексизм, да, в наш обіход, да, наше життя. Вийшло. В принципі, ну, це сексистські фрази, насправді. Да, да. Ну, должна, ну, а чоловік що должен робити? Теж має свої обов'язки. Тут не в тому справа, тут просто ви вибрали цю професію, до вас щось там виходить, ви працюєте, вас визнали в цій професії. Коли такі речі там говорять про вас, як ви на це реагуєте? Ви смієтесь цього, ну, мов, собака лає, караван йде, ви ображаєтесь. Ну, ні, звісно, в глибині душі це обідно, тому що це... Но стараюсь со временем менять отношения и не пропускать через себя. Но искренне скажу, это, конечно, в глубине души это обидно. И это, я думаю, по-человеческому это нормально, что у меня возникает какая-то обида. У вас зараз, коли за плечима, багато досвіду міжнародної роботи в матчах чоловічих команд, так? В Україні, в Європі, можете сказати, є різниця в ставленні до жінки-арбітра тут? И там. Ну, я думаю, тут уже зависит, как ты проводишь матч. Если ты будешь профессионально относиться, будет у тебя правильное решение, будет отношение и здесь, и там хорошее. А если где-то начинаешь ошибаться, и ошибки воспринимаются везде очень негативно, и то есть идет давление. Ну, просто розумієте, тут помиляешься и говорят, ну а что ж ты хотел, ну, у нас жінка, что ты від неї хочешь? Есть право там народжувати дітей, варити борщі и так далее. А там? Ну, я же говорю, если не ошибаюсь, все хорошо, если есть ошибки, везде. И у нас тоже, поверьте мне, тоже есть реакция. Просто я до чого, тут якщо помилка, ну, ладно, нас, ну, ви знаєте, наш футбол, що я вам буду розповідати, наш футбол. Якщо арбітр помиляється, ну, він заряжений. Це перший варіант помилки, він ж так же не може помилитися, тут просто по-людськи, ми ж ніхто з нас ніколи не помиляється, знаєте, в нашій роботі, ніхто. Ні один, ні футболіст, ні тренер, ні президент, там, ні директор, ні журналіст, ні один не помиляється. Да. А арбітр помиляється тільки тому, що він заряжений, так він не може помилитися. Другий варіант, арбітр помиляється, бо він жінка. Да? Ну, от, кстати, ви мені сьогодні тих варіантів розказали. Я навіть об тих варіантах. Ну, ви просто, я не знаю, ви читаєте, не читаєте, що от в інтернеті пишуть там. Вначале, чесно скажу, читала. А потім смотрю, реакція, ну, вот я добре ніколи не напишу. Нет. Нет, не то, що добре, а от реакція не очень хороша. Я починаю розстраюватися, починаю чувствовать себя нехорошо, у меня, ну, плохое настроение. Я потом проанализировала эту ситуацию, и что я решила для себя. Когда выхожу, сужу, да, и после матча есть инспектора и собственный анализ. То есть я анализирую, что я сделала правильно, что я не сделала, ну, неправильно, какие ошибки были.
Тут же, ну, общаюсь это на основе с инспекторами и на просмотре своего матча. И для себя делаю анализ. И для чего? Для того, чтобы в дальнейшем не допускать эти ошибки. То есть, почему эта ошибка произошла, может, месторасположение, почему я этого не увидела, и чтобы в следующих матчах использовать этот опыт, не допускать данных ошибок. Ну, конечно, как бы я сейчас не говорила, что я не обращаю, не читаю, все равно где-то оно от кого-то доходит, и в любом случае. Но стараюсь ограничить. Добрый люди завжди позвонить. Да. Я пришлю часилочку, да? Да, все. Є таке? Да, конечно, ну как же. Да. А знаєте, що цікаво? От ви говорите, є там інспектора і так далі. Мені зараз просто в голову думка прийшла спонтанно. Ну подивіться, ви в цій професії досягли такого рівня, на якому не працювали. Давайте я, щоб не бути категоричним, і там, щоб там хтось сильно не образився, на якому не працювало 90%, давайте скажу так, людей, які зараз інспектують футбольні матчі. Ну, їх думка, наскільки вона для вас важлива? Чи може краще і правильніше от самому подивитись? Там, ну, ви дуже високого рівня арбітр. Ну вот я скажу, есть преподаватели очень высокого уровня, вот у нас в Харькове Петров Владимир Дмитриевич, я даже какой-то момент случается действительно, вот спорно, фи-фи-фи-ти, я не знаю, какое действительно правильное решение. У меня такие, ну думаю, это правильно, это, и вот бывает, ну спрашиваешь как бы совета вот по этому моменту. І от, ну, є спеціалісти високого рівня. Є категорія людей, які ви довіряєте? От, я так розумію, єсть, да. Це перша людина, якій ви позвоните, запитаєте, коли 50-50, коли не знаєш сам. Да, 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 це перша людина. Да, да, ну, то есть, это как мы, когда я начинала, как мой преподаватель, можно сказать, потому что я, как сейчас помню, есть у нас в Харькове 5-я школа, и, ну, я еще тогда ассистентом. Раньше, когда начинал судить, я в 2004 году первый раз в истории-то были рекомендованы женщины-арбитры на международные игры, и нас же сразу рекомендовали во вторую лигу. Но не в качестве арбитра, а можно было быть ассистентом и арбитром. Ну, как бы опыта не очень много, все, там 5 лет юношеского футбола, все равно стресс, переживаешь. И вот тоже, я помню, был ассистентом тогда, и вот человек подсказывал, как правильно двигаться, как, какие жесты, как лучше показывать, на что обращать внимание. То есть я думаю, что у каждого должен быть свой преподаватель, потому что это очень важно, давать советы, особенно если это человек опытный, может передать свой опыт. У 2014 році ви були головним арбітром фіналу жіночої Ліги Чемпіонів. У 2015 році ви були головним арбітром фіналу жіночого чемпіонату світу. 3 квітня 2016 року ви стали першою в історії жінкою-арбітром, яка була головним арбітром матчу української прем'єр-ліги, чоловічої української прем'єр-ліги. Яку із цих подій ви поставите на перше місце серед своїх кар'єрних досягнень? А у меня все вместе. Три в одном. Вы не выделяете? Нема такого? Нет, для меня, вот, я скажу, даже каждый матч, вот финал, первая игра в премьер-лиге, для меня это настолько важное событие. Но я даже иногда смеюсь, я настолько переживала перед первой игрой, это высшая лига была, да. Высшей лиги. Я говорю, я даже, наверное, когда узнала назначение, для меня это было неожиданно. И я говорю, я всем говорю, я, наверное, посидела. То есть за эту неделю, ну не за неделю, за 4, за 5 дней у меня, я ходила с утра до вечера, только об этом думала, у меня вот сердце колотится, я думаю, боже, как выйти, как отработать, и, ну, эмоций очень, очень много было. Ну, у вас же перший матч був дуже-дуже цікавий, своєрідний. Волинь, Луцьк, приймала Чорноморець Одеса, да. Ну, там два моменти, два нюанси. Капітан Чорноморця Філімона подарував вам квіти перед матчем. Ви його вилучили з поля в першому таймі. Ну і плюс ще один дуже важливий фактор – Волинь-Луцьк. Я повторюю, головний тренер Волинь-Луцьк Віталій Кварцяний. Великий любитель всіх арбітрів. Людина, яка ніколи в кишеню за словом не лізе. Один із королів епатажа в українському футболі. От фактор Кварцяного
в вашій підготовці до цього матчу, психологічному налаштуванні, він відігравав якусь роль, чи ви від от таких, ну, особистостей, скажімо так, абстрагувались? Для мене був перший матч, для мене все важливо було. Тобто я не можу сказати, що там я думала о тренерах або о ігроках проблемних. Мені було головне, я навіть об этом і не думала. У мене був матч, дві команди, і все, у мене как бы, ніяких більше питань не було. І, кстати, от насчет цвітом можу как бы, пошутити, це з часом. Ребята, заметьте, мої колеги, ребят, в тот раз подарили, как вы сказали, цветы. Да, червоні троянди, да, был? Да. И говорят, все смеются, ребята, тебе. Причем красный и желтый. Вот кто подарил красное, показывала красную карточку, а желтые цветы показала желтую. И коллеги у меня смеются, тебе перед игрой цветы дарить нельзя, потому что будет желтая или красная карточка. А впливаєш, ну, якось симпатії виникають, от, ну, дарує там команда, тренер, квіти? Нет, конечно, нет, вообще. Даже, ну, нигде, ни подсознание, нигде совершенно. Після того матчу і кварцяни, і тренер Чорноморця Олександр Бабич високо оцінили вашу роботу, зробили багато компліментів вам, але ну, потім був ще один матч. Чорноморець, Волинь, вже восени того ж року, коли ну, у вас виникли, напевно, особливі стосунки, які з Віталієм Кварцяном. Пам'ятаю. Да, коли сказав він... Насчет колготок. Да. Да. Що на вагон колготок ви собі ще заробите і назвав вас улюбленицею коліни. І футбольний фахівець нехай об'яснить, мадам, що надо, не треба портити ігру. А що їй це потрібно? На вагон колгот вона ще заробить і заробить. Ну, я скажу, ми після зустрічались, общались на цю тему, і я думаю, це недорозуміння більше не повториться. Тому, ну, та емоції, скоріше всього, було. Ну, ну, это лично мое мнение, ну, нельзя так высказываться. На... Ну, это же Виталий Володимирович. Ну, да. Ну... Это ж, ну, вы, напевно, мало бы десь бути готові до таких, ну, схожих речей, да? Виталий Володимирович, нас, ну, кладезь цитат. Да, про футбол, есть. Ну, я лично с ним знакома, лично мы общались. Приятный человек, очень образованный, хорошее впечатление. Його дискваліфікували тоді на 3 гри за це висловлювання. Ну, да. Він вибачився перед вами чи ні? Ну, ми общались на цю тему, да. У нас це, я ж говорю, було, ми поговорили, і таких недорозумінь більше не буде, я думаю. Надіюсь, по крайней мере. А скажіть, от, ну, добре, те, що сказано було на після матчу, прес-конференції, це одне, це зрозуміло. Але ще таке поняття, як 90 хвилин матчу, є таке поняття, як тренер біля бровки поля. А тренер біля бровки поля, там, коли ну, у вас пульс високий, а коли ти, ну, ти не можеш нічого зробити, тільки там сидиш там збоку або ходиш збоку, теж на високому пульсі. Ти, ну, все, що в тебе в голові, в тебе на язику. Кварцяни, ну, найбільш токсичний тренер біля бровки поля, з яким вам доводилось працювати? Да, ні, у мене багато таких тренерів було і на міжнародній. На міжнародних іграх і навіть на жінських міжнародних іграх. Тільки кажуть, що там мужчина емоціональний і тільки там в мужському, да, в футболі так, емоції. На жінському теж достатньо. І, ну, зараз є спеціальна теж рекомендація, що, ну, не рекомендація, а взагалі-то потрібно контролювати. І от є, да, от лінія, как бы, от, коректної форми. І якщо сейчас чуть выше эта линия, сейчас же принято по новым правилам, что ты имеешь показывать официальным людям желтые и красные карточки. То есть раньше этой возможности не было. И тяжело было, да, после каких-то там эмоций, ну, высказываний подойти и удалить сразу тренера, да, или кого-то из официальных лиц. На сегодняшний день для этого придумали новые, да, изменения, или приняли новые изменения в правилах. Это возможность показать сейчас желтые и красные карточки официальным лицам. Ну, то есть это регламентовано. Если вы этого не сделаете, то вы будете покараны? Ну, как, то есть это нам в помощь, как, нам легче сейчас менеджмент открывать, управлять тренерами, потому что есть еще одна, да, ступень, которая не сразу выгонять, а то есть ты предупрежден, и ты уже можешь... У тебя есть шанс подумать о своем поведении, да? И не то, что там подошел, все, сразу нужно выгонять. И для нас, как для арбитров, это ответственно все-таки
прийти и выгнать сразу официальное лицо. Ну, тоже ну, не очень легко. А когда ты подошел, показал желтую карточку, и ты знаешь, что ты даешь еще один шанс, и, ну, как бы, если продолжается поведение в нормальном этических там, манере, то ты он, арбитр, то есть ассистент там, тренера или тренер может остаться на скамейке запасных. То найбільше вислуховує резервний арбітр. Да, 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 да. Ти на себе це бере. Да, ви ж також четвертим арбітром працювали, резервний. Ну, так, четвертий арбітр на себе, да, бере, старається, ну, це його теж частина роботи, частина. Конечно, в принципі, контроль за дисциплінарними санкціями ложиться на четвертого арбітра по той причині, ти коли арбітр, ты бываешь чуть-чуть выключаешься, то есть даже там кто-то кричит, ну ты там говорят, ты слышала, я говорю, я ну, действительно не слышишь, потому что ты вовлечен полностью в игру и ну не обращаешь внимания, что происходит, там что зрители, да, там кричат, что тренера, бывает ты даже не слышишь, не потому что не хочешь, а потому что ты полностью находишься в игре. Сконцентрован. Да, да, да. А хто найбільш емоційний тренер в українському футболі, на ваш погляд? То сейчас много примеров. Я не хочу выделять, потому что я буду встречаться в дальнейшем матчах, да, ага. И если будет какой-то инцидент, ну, есть тренера. А от ви, коли готуєтесь до матчу, ви звертаєте на це увагу, на поведінку тренера, ну, в технічній зоні? Да, потому что даже стараемся, ну, у нас в Украине, да, мы чаще всего судим женским составом. И как бы мы уже друг друга чувствуем, мы перед игрой разговариваем. Тут, кстати, тоже насчет тренеров. Если знаем, что это проблемный тренер, тогда ну, Анастасия Романюк, она мне четвертым арбитром чаще всего. И она делает акцент до матча, чтобы предупредить эти моменты на предматчевой установке, на утреннем митинге, да, когда тренера собирают, не тренера, а представители команд, она делает все возможное, сказать, чтобы поведение было нормально, чтобы в течение игры, ну, не хочется там раздавать желтые, красные карточки, если это можно предупредить. Ну, мы все делаем, чтобы это предупредить до игры. Даже разговариваем, может, даже где-то там она встретится с тренером и скажет, вы там сегодня там поаккуратнее, то есть чтобы ваше поведение было в этичной форме. Ну, вот как-то вот такие вот моменты. Ну, зараз в нашому футболі найбільше епатує Дедзербі в технічній зоні і тренерський штаб Шахтаря. І тут я от дивлюсь на висловлювання людей і теж, знаєте, думки розділяються на дві половини. Одні говорять, ну, типу, це занадто, він перегинає тренерський штаб, вибігаючи там на поле, святкуючи, ну це забагато, так не можна, це виходить за рамки, це виходить ну, через всі норми, за всі норми. А інші говорять, ну послухай, ну почекайте, він же у грі, він також показує цим, що він частина команди, що він живе командою, що він живе результатом, що він прагне досягти цього. І його штаб теж це показує. Ну, не атрофовані, типу, ну ви програли, вивинні, виграли, ну ладно, нічого страшного. Де правда тут ці історії, на ваш погляд? Ну, моє мнення, що, звісно, на дійсні ігроків, емоції, пусть будуть емоції, і я тільки за. То забили когда гол, вибігають, вони обіймаються. Це теж не всім подобається. Ну, в технической площади все это. Есть правила, которые нужно соблюдать. А якщо на поле вискакує там асистент? Это неправильно. Неправильно. Ну, конечно, неправильно. Потому что эмоции – это эмоциями, да, но все равно нужно придерживаться каких-то норм. И если каждый так будет делать, это может быть тоже какие-то моменты провоцирующие, да, то есть все должно, если ты в стартовом листе, в официальном списке, да, вот, который дается, ну, ты уже сам подписываешься на то, что у тебя должно быть поведение не как у зрителя. То есть зритель, ты, если что-то хочешь кричать там и вести себя полностью, поддерживая команду, ты можешь сесть вместе со зрителями и вести себя так. Но если же ты в технической площади, на тебя многие смотрят, да, ну, вся Украина смотрит это, и твое поведение для других тренеров, да, тоже как является примером, и все так будут себя вести. И не только на высшей лиге, но и есть и областные соревнования, и многие другие. Поэтому ты пример и должен подавать пример для всех остальных. Вас ображало, зачіпало, коли вас називали улюбленицею протеже Пірлуїджі Коліна? Ну, просто я как бы не придаю этому значения и не обращаю на это внимания, наверное, скорее всего.
Поэтому не могу даже на этот вопрос ответить, честно вам скажу. Про Коліну, Лучанулу чи дуже неоднозначна думка громадськості нашої там довкола футбольної, певною мірою футбольної. Ну, я знову ж таки, тут, якщо невдача, хто винен? Арбітр і вище. Вищестоящі органи. Да? От Пірлуїджі Коліна і Лучано Луччі. На ваш погляд, що вони дали українському футболу, українському суддівському корпусу? Ну, я вам скажу, що от, ну, моє мнение та розвиття. Они дали, и вот мы говорим даже про Пьер-Луиджи Коліну, ну вот для меня он как тоже пример. Могу объяснить почему. Потому что вот не каждый сумеет арбитр, да, продолжить вот свою жизнь в футболе после завершения карьеры как арбитра. Но этот человек для меня пример по той причине, что я, когда он у УЕФА был руководителем комитета арбитра, я смотрела даже по лекциям, да, как он читает лекции. И для меня, вот я сижу на лекции и понимаю, что он очень большой профессионал. И читаются лекции вот, аудитории, да, большая арбитров со всей Европы. Это, то есть не то, что там, да, с одной стороны, то есть он авторитет, а тут получается во всей Европе. И ну, я могу сказать, даже можно слышно, как муха пролетит, потому что настолько тишина, и он умеет держать аудиторию и давать вот, ну, как бы инструкции по ведению игры. Да? Допустим, лекция идет, и его интересно слушать, и ты много для себя как арбитр подчеркиваешь. И после данных знаний, когда ты получаешь, ты выходишь на футбольное поле, и ты уверенно себя чувствуешь. То есть у тебя там нету такого несобранности, ты мотивирован, ты обладаешь знаниями, и ты уверен в своих решениях. То есть, ну, для меня, допустим, я не знаю, это, опять же, тоже индивидуально, но для меня это развитие, и как бы для меня это позитивный момент. У вас были особисті розмови, персональні? От, щось радує вам? Ну да, ну такого, чтобы сильно там были, вот, были на сборах как-то в Турции, там где-то пересекаешься, буквально пару слов, ну так, чтобы какие-то там постоянно смс или что-то общение, ну у меня такого не было. Такого немає, да? Нет. Як ви собі даєте відповідь на запитання, що не так з українським суддівським корпусом? Тому що от критерії, які в громадськості, журналістів, експертів, робота на міжнародних матчах, робота там на рівні Ліги Чемпіонів. Груповий турнір Ліги Чемпіонів судить Андрій Стремані з Латвії, судить Іштван Ковач з Румунії, білорус Олексій Кульбаков, Карасьов з Росії, да? Георгій Кабаков із Болгарії, теж дуже футбольна країна. Поляк Шиман Марчиняк, ну, взагалі на дуже високого рівня матчі судить. Наших арбітрів там немає. От груповий турнір Ліги Чемпіонів і вище ця стадія. Чого не вистачає нашим арбітрам, щоб вийти на цей рівень? Ну, вот лично мое мнение. Я считаю, что у нас ребята очень хорошего уровня и сильные арбитры. И по психологическим, и по физическим, и по профессиональным качествам. Но я надеюсь, это дело времени. Это я как бы позитивно настроен человек. На, я уверена, что наши арбитры будут скоро судить Лигу чемпионов. Тоже очень ответственные матчи. Я уверена. Тобто надеюсь в этом. За рівнем наши арбитры не поступают? Мое мнение... У нас хорошего уровня арбитры. И могут и справятся с уровнем Лиги Чемпионов. А ну топ-3, на ваш погляд, наших арбитров? Не имею права. Чему? В личном разговоре могу сказать, ну, а так... А в личном разговоре я так знаю. Не, мне просто цікаво, чтобы нашим глядачам... Ну, понимаете, я выделю одних ребят. Иначе образиться, да? Конечно, поэтому у меня... Ну, добре, не буду ставить вас. Я уверена, что у нас будут арбитры в Лиге Чемпионов. В жовтні вы стали зіркою топових британских медиа. Перша в історії жінка-арбітер, яка обслуговувала матч національної збірної Англії. Англія грала з Андорою, це хто не знає, Англія грала з Андорою в кваліфікації до чемпіонату світу 2022. Перемогла дуже впевнено 5-0. А яким для вас був цей історичний матч? Звісно, дуже важливим. Я вам скажу, що ще були асистенти з України, дівчинки,
парень был из Украины четвертым. И плюс еще на Варе тоже Фрапарт, Стефани из Франции была. Да, поэтому для Англии это был, СМИ это был шок, я вам сразу скажу, потому что мы даже вот сейчас приехали на английскую сборную, ну, женщины играли с Австрии, и они говорят, что, ну, как у нас РЛО, который нас сопровождал, говорит, вот вашу бригаду сразу узнали, потому что вы судили на мужчинах, ну, английскую сборную, сейчас приехали, и говорят, вы начали судить, и сразу зрители начали вашу бригаду узнавать, поэтому, ну, с одной стороны, очень приятно, я даже пошутила, я надеюсь, я говорю, позитивно вспоминает и позитивно узнает. Это, ну, конечно, это ответственно, это история, и приятно, как бы, событие моей кар'єри, в моїй кар'єрі. Ну, ви хороші відгуки тоді отримали. І після матчу, там, і Кейн вас добре згадував, і Саутгейт, і до матчу, він так, як джентльмен, і після матчу. Знаєте, що мені цікаво? Наприкінці першого тайму стався епізод, там, така жорстка ситуація на полі. Ви розібрались, даєте фінальний свисток, ну, про завершення першого тайму. Не фінальний, а свисток про завершення першого тайму. Філ Фоден бере м'яч і вибиває його кудись там на трибуни. Пам'ятаєте цей момент? Звісно, пам'ятаю, да? От ви підходите до нього, почали йому щось там розповідати, там піхати. Розкажіть, тут, що відбулося? Ну, во-первых, это демонстративно тоже нельзя делать игрокам после окончания и финального, и первого тайма, потому что может вызвать реакцию у противоположной команды. Я подошла просто в вежливой форме, ему сказала, что этого нельзя делать. Он вначале так триггировал, хотел бурно вначале, ну, как бы с эмоциями, а потом улыбнулся, сказал, все, я понял, все, ну, как бы, и в нормальной манере мы пообщались. Зірки збірної Англії, ну, в принципі, ну, фіналісти чемпіонату Європи останнього, футболісти, які там коштують десятки, а дехто й сотні мільйонів, ну, Гріліш 100 мільйонів коштує на ринку. Які вони на футбольному полі? Вони, ну, більше джентльмени, чи все-таки є такі от капризні зірки? Ну, я от скажу по цій грі, може бути, що вони були на несколько, ну, вище уровнем по грі, і не було такої какой-то конфронтационных моментов, да. Поэтому... Да, ну что, ну там было нормально. Ну да, но я имею в виду все равно, вот потому что это, ну, как бы, все равно не было такого, на результат оно не влияло. Да, какие-то моменты были, но поведение было у них уважительное, и я вообще даже, ну, в некоторых моментах удивлялась, насколько они вежливо себя вели, ну, как бы, с уважением относились. Вы себе залишили какой-то сувенир после этого матча? Вимпел з даною грою. А ви, ну, колекціонуєте щось? От як ви там залишаєте собі в пам'яті ті чи інші епізоди своєї футбольної кар'єри? Ну, я після, от, допустим, після матчу, в принципі, програмки, я такого нічого не збираю. Це найголовніша пам'ять, це в моїй голові. І ці емоції залишаються. Без, я там не збираю, не колекціонирую, ні значки. Ну, хтось многі це делають. Вимпел зберегли, хтось підписав, а може Саутгейт? Ні, це нам а как арбітр, права, ми, да? Не маємо права, да, нічого від цього. Права, да, контактувати. Ні, как бы. Ви вільно володієте англійською мовою? Ну, у нас всі курси, всі заняття на англійському язикі проходять. Да. Ну, просто, знову ж таки, коли говорять, це може десь більше там глядачам, якщо ні, ви мене виправляєте, дилетанта. Да. Говорять, що наші арбітри не потрапляють на той рівень, тому що найбільша проблема – незнання мови англійської. Ну, я с этим не согласна. Вот могу согласиться, это когда было в 2000 году, действительно был в УЕФА отбор, первое – это знание английского языка. То есть это не важно от страны – Украина, Италия, Англия. Англия, потому что англичане тоже, я вам скажу, что... Но у них английская такая, что можно чуть-чуть. Да, там, да, у них свой английский язык, потому что когда приезжаешь, они начинают быстро общаться. Думаешь, знаю ли я английский язык, поэтому просишь их, ну, медленнее общаться. Но в то время это действительно было критерием для выбора арбитров, но на сегодняшний день условия изменились, и когда ты первый год тебе рекомендуют на арбитра FIFA, есть тест, который ты должен сдать на английском языке. И это не просто там разговорный «здравствуйте, как дела?», я понимаю вас там чуть-чуть в краткой форме. Это должен уже
соответствует хорошему уровню английского языка, не только разговорной, но и грамматика. И вот я помню, когда этот тест был, ну, был случай, что арбитр, преподаватель из Румынии, по-моему, девчонка была, она преподает английский язык, и она его не знала. Ну, может, она не подготовилась, может, не сосредоточилась. Ну, кто-то говорил, что она очень хорошо английский знает в общении, и ну, по грамматике там что-то неправильно ответила, и она его не сдала. То есть очень, сейчас, на сегодняшний день, очень строгие требования именно к английскому языку. Ну, от наших арбітрів в більшості проблема з цим. Нет, на сегодняшний день уже проблема, ну, это... Хороший рівень, да, да, англійському? Англійський, да. Як ви готуєтесь до матчів? Є якась от специфіка в підготовці арбітра? Чи відрізняється підготовка там, ну, умовно, до матчу Львів-Чорноморець і до матчу Шахтар-Динамо? Ну, вот как бы подготовка, это сейчас уже, ну, арбитры по этой схеме, ну, как бы готовятся, это изучение команды, проблемных игроков, ну, особенно если ты за границу едешь, да, и встречаешься с командами первый раз, есть такая система Lockout, ты можешь просмотреть, ознакомиться. Но для чего это все делается? Чтобы все эти знания использовать в течение игры. Вот, ну, это так, с профессиональной точки зрения, но в последнее время, вот я на, как бы, на основании, сколько уже времени сужу, как бы приняла для себя решение, чтобы до игры проанализировать это, но не за день, за два, чтобы было там перед игрой, ну, два дня, ну, не отдыха, а переключиться на что-то другое. То есть я стараюсь ограничить мысли и как бы... Ну, по предстоящей игре, потому что когда ты сильно сконцентрирован, сильно долго думаешь, ну, переживаешь, и когда выходишь на игру, ты даже можешь чуть-чуть быть, ну, как футболист сгорает, да, перед игрой, это эмоционально. Поэтому стараюсь переключить, это, опять же, то есть получить информацию, изучить команды, и потом какая-то пауза, да, перед игрой. Ну, я беру, у меня племянники, сестры, родители где-то, то проводим в этом, ну, вот в это время, в этом кругу провожу. И уже когда приезжаешь на игру, в дороге стараюсь, как бы это ни смешно, смотреть сериалы. Потому что когда ты чем-то занят, что-то на другое сконцентрировано внимание, ты перестаешь думать о предстоящей игре. Какие ваши любимые сериалы? Ой, их много. Сейчас много, вот сейчас хочу, я не знаю, я не смотрела еще ни одной серии, но вот сейчас закачала сериал «В поле зрения». Не знаю, хочу посмотреть, но нравится что-то, чтобы, ну, детективы какие-нибудь, ну, мелодрама – это вообще особая история. Да, поэтому, люблю, да? Да, да. Вот где-то там поплакать – это душевно, конечно. А вы сказали, что вы... вивчаєте, визначаєте проблемних гравців. А як це відбувається? От як можна по відеокартинці зрозуміти, хто проблемний гравець, якщо ти команди не знаєш, наприклад? Ну так, ні, діло в тому, що по аналізі відео, да, все одно виділяє, хто любить там симулювати, хто використовує маленький контакт, хто любить поговорити. Тобто одному, кожному гравцю потрібен індивідуальний підхід. А з одним почнеш розмовляти, ну, ты просто потом можешь не закончить до конца игры. Одному достаточно что-то сказать, он тебя услышит и поймет. Второму лучше ничего не говорить. Лучше, ну, как бы оградить общение. Вот, вот такие вот моменты. Вербич проблем играть? Для меня нет. То есть там бывает много разговоров, но в течение игры, в принципе, я никогда не чувствовала агрессии. Да, вот есть агрессивность там игроки, он просто общается и как бы находим там, ну, на уровне общения и... Для мене не проблема. А як ви ставитесь до цих от історій, там вже мемних історій про ваші стосунки з Вербічем там на футбольному полі? Ну, я відхожу від реальності, що нічого нет, поэтому с улыбкой, ну, как бы, если что-то выбирать, да, из меньшего, из, ну, меньше, из двух зол меньше, поэтому лучше выбрать позитивный. Пусть об этом лучше говорят, чем о каких-то других негативных моментах. Да. А кто вот наибольшие проблемы футболистов в нашем чемпионате, в премьер-лизе? Я лучше воздержусь от комментариев. Есть, есть кто. Ну, сейчас же опять я скажу, и будут обиды со стороны игроков. Так, я знаю, я знаю. И у меня есть парочка таких. А Гармаш проблемный футболист?
Ну, вот, наверное, это за той темы, что лучше не начинать общение, да, с футболистом. Не потому починати, что, не начинать, да, потому а ви вибираєте, ви вибираєте якусь свою тактику, да? Ну, по відношенню до того чи іншого гравця. З Вербічем можна поговорити, йому можна сказати, давай, грай, только ноєш тут. Ну, Гармаш тоже сильно изменился сейчас. То есть он сдержанный, я думаю, руководители и тренер повлиял на него, потому что он раньше был более такой эмоциональный. Ну, ви передивляєтесь футбольний матч не так, як вболівальник. А ви можете дивитися футбол як вболівальник? От взяти там пиво, ракі чи... Ну, а, ну, ні, ну ви, напевно, я не знаю. Пиво. Я вам скажу, от у мене два племянника, да? Три племянника. Вот они были маленькие, вот я всегда была инициатором, там Дима, Андрюха, Сережка, ну, Диме, Андрюхе 14-15, а Сереге, моему крестнику, 5,5. То есть я собирала компанию, говорю, давайте посмотрим, то есть футбол, ну, интересно было, но они сейчас уже выросли, уже они собираются, меня приглашают уже на просмотры футбола. То есть я же, говорю, смеюсь иногда с улыбкой, говорю, вырастила компания, и действительно, вот, было как бы какие-то ответственные игры, собираемся вместе, такое душевное. Понятно, что у каждого, там, у кого лимонад, у кого чипсы, у кого раки. Я, вот у меня слабость – это действительно раки и таранка. Я обожаю просто. Это для меня моя слабость, очень это люблю. И мы собираемся и в семейном кругу с наслаждением, действительно с эмоциями, ну, болеем, смотрим футбол. Особенно, когда сборная Украины играет, это просто. То есть идет полная поддержка, и ну, столько там счастья, и когда выигрывают, и когда столько же несчастья, когда проигрывает наша сборная. Ну, от бачите, відкриття зараз раки, таранка, улюблені. Ну, це класно. Морепродукти. Аж... Морепродукти я завтра, обід і вже можу. Морепродукти, так? Так, так, вважаю. На ваш погляд, ви ліберальний арбітр чи жорсткий арбітр? На ваш погляд. Это смешанное, все зависит от игры. То есть, может, от настроения, от, как бы, если чувствуешь, что две команды не принципиальны, да, ты можешь там где-то лишнюю там желтую карточку не показать, а просто пообщаться, ну, менеджмент. Я стараюсь это использовать. Ну, и бывают такие матчи, что ты понимаешь, что если ты начнешь общаться, и принципиальные соперники, ты можешь просто упустить матч, поэтому приходится использовать дисциплинарные санкции. На голову сідають, да? Ну, да, поэтому как бы все зависит еще от матча. А ви це вивчаєте, ну, в процесі підготовки до матчу? От ви вибудовуєте собі тактику, так, от Динамо-Шахтар, ні, ну тут принциповий матч, треба там до п'ятої хвилинки раз-два жовту заспокоїти, чи це в процесі гри? Ну, я думаю, це как бы общий настрой йде до ігри, но во время ти теж по первым минутам ти смотришь. Может, даже игра принципиально, да, Динамо-Шахтер, но достаточно будет на первых минутах поговорить без дисциплинарных санкций. Потому что это, в принципе, начинается игра, и ты чувствуешь. Динамо-Шахтер всегда принципиально, но тоже они всегда и по-разному проходят. Бывает эмоционально, бывает как бы действительно фэрплей, да, то есть в честной игре, в честной манере игры. Поэтому ты по первым матчам уже чувствуешь, как оно, что и будет. Вам часто дорікают, что вы реагуете на дрібні зіткнення. Хтось пов'язується з тим, що ви таким чином, знаєте, оберігаєте футболістів від, ну, щоб травм там не було, от цей свисточок, як насправді? А от я, причому, різне мені слышу. Мені, наоборот, говорять, що много борьбы лучше, ну, необходимо поменьше, ну, особенно в международных играх, говорят, потому что когда тоже много борьбы допускаешь, поэтому может градус все повышаться. То есть, ну, тут тоже вот зависит еще, ну, твоего видения, но тоже от состояния футбольного поля, потому что если там скользко, много воды или снег, грязь, разрешить такую интенсивную там подкаты, да, даже правильно выполненный подкат иногда может привести потом, то есть оно за счет этого увеличивается скорость игрока, и он нанести травму другому. Ну, тоже нужно все анализировать, все смотреть, и как бы, чтобы главное – это безопасность игроков на сегодняшний день и быть защитой для этих игроков. Вы бачите, вот, на какие речи звертают увагу арбитра, а вам просто здається, что жовта, червона, свисточок, до побачення. У мене така рубрика «Цитати великих людей».
І я процитую зараз одне висловлювання. Язик не поворачивається сказати, що Монзуль – плохой арбітр. Їй мішає ВАР. Її первоначальне рішення, мабуть, на 80-90% адекватне. Після просмотру ВАР все міняється. Знаєте, хто сказав? Хто? Сергій Сидорчук, капітан «Динамо» Київ. Я прочитав, ловлю себе на думці, що в мене десь, особливо коли тільки почали вводити ВАР, в мене дуже схожа точка зору була. Перше рішення правильне, здорово все, потім перегляд ВАР і все виходить трішки не так. У вас зазвичай перше рішення приймається більш м'яке, ніж те, яке ви приймаєте після перегляду відеоповтору. І до кого висновку я прийшов, от мій такий аматорський, стороннього спостерігача висновок, і цікаво вашу думку почути. В мене таке враження, що от арбітр, який контролює ВАР, відеоасистент арбітра, да? Він дивиться на цей епізод з допомогою повтору, з допомогою уповільнення відео. Він це бачить трошки по-іншому, трошки по-своєму, і він десь збиває вас з пантелику, даючи вам свою точку зору. Він вже примушує вас сумніватись в правильності того рішення, яке ви прийняли. І от тут починається вже пошук компромісу. Тобто це вже от ви, в цій ситуації вже не ви. Да, хотілося б з чого почати, це система ВАР. Ну, лично моє мнение, это хорошая система, потому что и правильно, что ее сейчас развивают, но обучение системе ВАР был перед чемпионатом мира, тоже решали, будет использовать в женском чемпионате мира ВАР или нет. И был, я помню, первый сбор в Арабских Эмиратах, арбитры со всего мира собрались и первый раз попробовали эту систему ВАР. Потом было еще 2 месяца учебы, то есть после первого, как попробовали, руководители сказали, да, можем попробовать в дальнейшем и посмотрим, у нас там полгода всего лишь для подготовки было. Но для этого было организовано 2 турнира специально для того, чтобы мы получили как арбитры, как практику, и арбитры-ассистенты. Я лично получила такие рекомендации, столько очень много знаний. Это чемпионат мира был первый раз в истории. У нас были варовцы, самые лучшие арбитры варовцы, которые были на чемпионате мира мужчин. Уже с опытом, со знаниями. Я получила такие знания тоже, и там определялась тоже линия вмешательства. Если ВАР вмешивается, это должна быть явная ошибка, и такие были рекомендации. Конечно, окончательное решение остается за арбитром, но если тебя зовут, в принципе, это большая вероятность, что ты допустил ошибку. Это так система ВАР работает. И когда в Украине начали использовать ВАР, я могу сказать, что это только начиналось. И так же, как в другой любой стране, есть какие-то помарки, да, хорошо, плохо. Но самое главное, чтобы со временем выйти на правильную ступень и на правильную линию вмешательства. И на сегодняшний день можно сказать, даже я могу спросить ваше мнение. То есть ВАР вмешивается действительно, когда есть очевидная ошибка. Даже так скажу. Без ВАРа можно допустить ошибку, да, и другая команда выйдет, квалификация особенно, сколько уже случаев, что выходила вместо одной команды другая за счет явной ошибки. Так, я вклину результат, я напомню. Плюс этой системы ВАР, что такого уже не случится. Даже если какие-то будут споры, несогласия, недовольствия, это будет все спорно, опять же. Я за систему ВАР, тому що вона дійсно допомагає, особливо вона допомагає в таких ситуаціях положення поза грою. Вона дуже багато питань знімає, якщо не всі. Але з іншого боку, є правила футболу, трактування яких, в принципі, система ВАР не вирішує. Дивіться, наприклад, момент, я пам'ятаю матч
Десна Заря, пам'ятаєте? Угу. Коли тільки в нас все починалося. Ну, от, опять же, да, ключові іде... слова, все починається. Так, все тоді починалося, так, насправді. І от іде там момент, коли футболіст вибиває в підкаті м'яч, потім вже чіпляє, зачіпає ногу. І ви спочатку жовту картку даєте, потім дивитесь, ну, вас клич, подивись, да, асистент, ну, ВАР, не асистент, а арбітр ВАР, правильно так. Клич, ви дивитесь це в уповільненому повторі і даєте червону картку. Ви б такого ніколи в житті не зробили, коли в динаміці гри, тому що, ну, в динаміці таких єдиноборств насправді дуже багато, розумієте? І от цей момент викликає якесь певне несприйняття. Не те, що в мене, я спілкуюся з футболістами, які там на футбольному полі. Вони одні стеляться в підкатах, інші отримують по ногах цих підкатів. І ось це викликало якесь нерозуміння. Колишній прекрасний футболіст в минулому, я також без прізвищ. Mm-hmm. Та ладно, скажу, Володя Єзерський сказав, так тепер нікому ж ніс не зламаєш. Розумієте? От, раніше це людина, яка говорить, що рівень центрального захисника, в тому числі формується, скільки разів він ламався, ну, в нього ніс поламаний, тому що це боротьба, це єдиноборство, це дуель. Розумієте? Зараз рішення більш суворі відносно футболістів якраз після перегляду ВАР. Те, що в динаміці виглядає не так страшно, на відео повторюю, ну, дійсно виглядає. Я дивився зараз Неймар там, ну, ви бачили ці фото, відео, да, стоп-кадри, що там з гомілку стопу. Ну, у мене таке враження було, що він з футболом закінчує, тут, ну, кілька тижнів він пропустить через це, розумієте? Да. Ну, ми коли почали говорити о ВАРі, дійсно, мені кожен епізод, я на сьогоднішній день пам'ятаю, коли вот ці вот епізоди, коли йде, воспринимається дуже тяжело, коли що по відео показується, і тому що ми до цього завжди робили без системи ВАР, і всі ці моменти навіть і футболісти не осознають, і не тільки хто нарушає, але і проти кого нарушає. Да. Вони теж не, ну, как бы не согласні, ну, в глибині душі з цим рішенням, тому що раніше це ніколи не наказувалось. Ну, надеюсь, что вот на сегодняшний день как бы достигаем уровня вмешательства вот в системе ВАР и будут как бы довольны. Но это самое основное – это защита игроков, действительно. Поэтому игроки стали аккуратнее играть в систему ВАР. Ви дивитесь матчі Ліги Чемпіонів? Звісно. Ну, от зараз історія, яка стала резонансною в нас в країні – матч «Динамо Київ-Баварія». Ну, фол проти Буяльського в штрафному майданчику Баварії. Навіть ніхто не пішов дивитися. Нас поставили би цей пенальті 100%. Ну, я не маю права коментувати даний епізод ігри. З удовольствием би прокоментувала, але є у нас руководители, которые за это отвечают. Можете спросити у них. Ну, я до чого? Просто от критерії оцінки, мені здається, за кордоном в матчах там Ліги Чемпіонів, в матчах тої ж Англії, десь більш лояльні, більше свободи, більше рівня боротьби дають вони футболістам, ніж нас. Це стилістика арбітражу, чи як це пояснити? Ні, ну тут є рекомендації, от УЄФА, навіть дві організації, ну, УЄФА і ФІФА сравнюють, у них теж різні рекомендації. То есть у УЄФА они более, так у них есть более, там, ты можешь принимается решение арбитра, а в FIFA есть правильное, неправильное решение, все, других вариантов нет. Окей, ну, знову ж таки, про відповідальність людей, які допомагають вам як головному арбітру працювати. В Ніколасі розповідали історію, пам'ятаєте, легендарний матч імені Вакса на Донбас-арені? Угу. Да, коли він Гармаша вилучив з поля, з посмішкою, да, словами «ти вийшов за межі поля». От мені розповідали таку історію, що Вакс тоді, ну, реально був впевнений, що Гармаш покинув межі поля, повернувся на поле без дозволу. І от він сміявся, тому що це безглузда помилка, безглузда друга жовта картка для футболіста київського «Динамо». Він не бачив момент. Бачив асистент арбітра, але не сказав головному арбітру, вирішивши, ну, це не моя історія, вирішивши, от краще в кущах сховатись. Я нічого не бачу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Він, ну, міг втрутитись, міг допомогти, але не зробив цього, не виручив. Все одно спитають не з нього, а з головного, тому що це рішення головного арбітра. Я от хотів вас запитати, в сучасному суддівському корпусі, от в телебаченні таке поняття, знаєте, як говорять, що таке телебачення? Тераріум однодумців. Да, ніби всі однодумці, але кожен сам за себе. Да. В суддівському корпусі, як вас?
мир, дружба, злагода, чи все-таки це такий тераріум людей, в яких є власні амбіції, особисті амбіції, і вони насамперед, вони перш за все? Не, ну это действительно очень много зависит от команды, это teamwork, да, от атмосферы. Ну для меня это опять же все зависит от арбитра. Некоторые арбитры выходят, им без разницы, кто ассистент, кто четвертый, кто вары, он выходит и как бы сам по себе. Это тоже вот уже, наверное, от личностных качеств зависит, вот, ну, индивидуальных. Потому что для меня, допустим, как арбитра, очень важно также вот атмосфера внутри бригады. То есть вот мы в женском коллективе ездим, и у меня есть к ним доверие, и у них ко мне, и потому что в некоторых моментах, когда, допустим, это моя, да, обязанность, я должна какие-то решения принимать, они мне помогают. В то же время я им помогаю, когда вроде бы они, ну, как бы это их обязанность. И это очень важно, потому что у меня, ну, как бы тоже есть один в поле не воин, да, поэтому очень важна командная работа, и чтобы игроки ощущали, что не один там арбитр или ассистент бегает, а что глаза вокруг везде, и чтобы они не допускали себе никаких там вольностей и не нарушали правила за спиной, и поэтому для меня это важно, командная работа. Ви повністю довіряєте своєму да, асистенту? Да, да, да. Ви близькі за межами футбольного поля? Ви часто спілкуєтесь, збираєтесь десь, там, я не знаю, пікнички, ресторани? Да, общаемся, потому что как бы, ну, часто очень много проводим времени. Я же говорю, уже бывает вот сейчас, да, какие-то там недоразумения. Я говорю, ну, это прямо как в семье. Есть конфетный какой-то период, потом, да, проблемы. То же самое у нас в бригаде. Как бы все хорошо, потом уже со временем там какие-то уже мелочи, но мы притираемся, как бы выясняем, и все в позитиве. Потом полная довера. Да, полная. Да, мы, я же говорю, тоже как бы даже на предматчевой остановке помогаем друг другу, даже если кто-то ошибается, ну, я знаю, что даже это ошибка, это не умышленно, не где-то там, чтобы тебя подставить или что-то еще, это искренне идет помощь и поддержка полная. Это, насправді, це дуже важливо. Да. Ну, для мене лично, да. Матч Десна Дніпро цього літа. Ви вилучили Ді Франко, потім ви вилучили Піхальонка за нецензурну лексику. Піхальонка, да. Так, Піхальонка за нецензурну лексику. Відразу після матчу купа жорсткої критики на вашу адресу від представників Дніпра. Потім проходить кілька днів. І Андрій Русл, виконавчий директор Дніпра, дає велике інтерв'ю, в якому, в тому числі, публічно визнає, що ваші рішення були абсолютно справедливими. Не лише рішення, які стосуються вилучення, ну, вилучення, ну, воно стало наслідком емоцій. Рішення до того прийняті, так? Вони були абсолютно справедливими. Просить у вас вибачення від імені клубу. Просить УАФ організувати телефонний дзвінок Александра Піхальонка, щоб принести вам вибачення. Ваша реакція? Ви знаєте, от в течение игры, вот почему удаление. Одно дело, я же говорю, там есть эмоции, ну, бывает, ну, даже, ну, как бы там есть недовольство со стороны игроков, но ты, ну, что-то услышал, ты поворачиваешься, не знаешь даже, кто это, да, то есть оно, как можно сказать, в спину, не в спину, но когда идет, ну, агрессия в лицо, ну, я считаю, это непозволительно. Тем более, если... и тут уже даже не важно. Я в том моменте даже была права, я так считала, в тот момент. Но даже не важно, прав ты, не прав, все равно есть какие-то моральные ценности, да, есть лимит, есть линия уважения, и ее переступать нельзя. Если это идет тебе в лицо, мое мнение, это, ну, непозволительно, нельзя допускать. Ну, вот... вот потом было очень приятно, когда я прочитала в прессе вот эти вот Русова слова. Мне очень было приятно, что клуб, это не каждый клуб найдет в себе силы. Так, да? ЦП, я не помню такого, да, честно. И я вот, ну, как бы как-то в глубине души действительно настолько была приятно удивлена, и уважение. Вот у меня уважение появилось, ну, оно было, и уважение к клубу, ну, это такой сильный шаг, мое мнение. Ну, по-честному скажіть, ви часто чуєте мат на свою адресу з боку футболістів на футбольному полі? Чи все-таки футболісти, коли бачать, що процесом керує жінка, десь більше стримують себе? Чесно кажу, ні. Тобто, якісь возмущення
Но мат, может быть, вот мат, так можно сказать, рабочий, да, он бьет поворотом, что-то не получается. Вот, вот такие вот. Не, на свою адресу. А, это... вот, нет, не могу сказать. Стримуется. Да, вот это вот один из, наверное, первых... А це був парадокс, тому що Піхальонок, всі говорять, всі були здивовані, тому що, ну, говорять, що це інтелігентніша людина. Да, вот дуже розумний, інтелігентний хлопець. Ну, для мене це, как бы, я, ну, неожиданно було, поэтому... Знаєте, от мені завжди було цікаво епізод, коли ну, футболісти молодші за віком за арбітрів, які судять, ми говоримо зараз про прем'єр-лігу, тобто це арбітри не початківці, це арбітри, які вже там досягли, а досягти там, в 19 років, 20 складно на, ну, в вашій професії. Mm-hmm. От мені завжди було цікаво, де червона лінія, де межа терпіння арбітра, головного арбітра матчу, коли, ну, грубо кажучи, там, ну, щенок ходить і дозволяє собі, давайте скажемо так, нецензурну лексику, дозволяє собі там якусь зверхню принижуючу поведінку відносно людини, яка, в принципі, старша за нього за віком, яка теж там виконує свою роботу на футбольному полі. Де межа? Що як повинен зробити футболіст, щоб без розмов показали йому червону картку, тому що мені дійсно деколи ну, важко зрозуміти, коли арбітр терпить це, от ходить там хтось і говорить, по губах же читаєш, що говорить. Ну ці слова легко читаються по губах, насправді, тут не треба бути там якимось спеціалістом, експертом. І арбітр це терпить, от арбітр ну, ніяких заходів не вживає. Де для вас оця межа, де для вас ця червона лінія? Ну, діло в тому, що емоції – це частина футболу, да? Якщо це в коректній формі. И он может жаловаться, но ты не имеешь права тоже, это твой уже менеджмент должен найти подход, чтобы это остановить. Но если идет нецензурное брань, я считаю, этого пропускать нельзя. Это есть уважение, это ценность человека. Это, вот, вот это нужно как бы ну, не позволять, деколи, не останавливать. Деколи футболисты говорят, что арбитры тоже себе дозволяют, там такие, ну, я себе, слово. Я себе не как бы... Мені такого нет, поэтому... А це нормально, в принципі, це окей чи ні? Я считаю, нет. Коли арбітр собі дозволяє? А почему арбітру можна, а кому-то нельзя? Поэтому а, ну, я ладно, считаю, я запитаю, что... а чому футболісту можна, а арбітру нельзя? Да, поэтому ну, нельзя і футболісту, нельзя і игроку. Тому... І футболісту, і арбітру нельзя. Тобто ви отак вибудовуєте відразу, да, сходу? Ну, моє мнение, так, такий да, порядок, да? Есть... Ну, то тоже, что сравнивает, ну, для меня это, ну, ненормально. Может, это зависит еще в некоторых семьях, да, используют, вот взять не из футбола, матеряться, это нормально. Ну, для меня это ненормально, я выросла в семье, где ну, не используется мат, поэтому может быть такая реакция. Де вас легче вывести из рівноваги, на футбольному полі чи в повседенному житті? Интересный вопрос. Все зависит от настроения. Ну, наверное, более на футбольном поле по той причине, что здесь уже, ну, и ты иногда, да, вот, вот как в спектаклях, да, вот эта работа, там они играют свою роль, ты выходишь на, вот, в жизни и на футбольном поле, я слышала даже не от себя, но вот, что я, ну, по-другому себя веду в жизни, и более мягкий человек, более спокойный. Ну, на футбольном поле ты выходишь и выполняешь свою работу, поэтому ты выбираешь, ну, чтобы, ну, как бы, как маску одеваешь, да, не маску, ну, то есть тут различные моменты, но ты выбираешь то состояние, в котором тебе удобно проводить матч. Линию поведенки. Да, 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 поэтому вот... Арбитраж я считаю своей работой, поэтому, когда выхожу на футбольное поле, ну, да даже, может, морально и психологически ты раз и собрался. То есть у тебя, ты должен быть здоров, ты должен быть готов, ты должен быть выспаться, подготовиться, ты должен быть свежим. Ну, то есть а в обычной жизни ты будешь, может быть, и уставшим, и грустным, ну, то есть различные состояния. И не очень собранным, расслабленным. Ну и на футбольном поле, я думаю, более требовательна к себе. Легче мне так... то есть я меньше позволяю, наверное, на футбольном поле, чем в обычной жизни. От розкрити секрет, у вас є якийсь фірмовий спосіб, щоб поставити гравця на місце на футбольному полі, там, чи тренера, от закрити йому рот хулігану якомусь? Ну і тут, опять же, індивідуально. От, що, как би,
Можно даже в шуточной манере что-то пошутить, там, допустим, ну, там, почему вы кричите, там, давайте пообщаемся. Ну, есть различные моменты, но это действительно индивидуально. То есть все зависит, с какими эмоциями к тебе игрок подходит. Бывает просто, ну, там, спросить что-то, ну, ты тоже, ну, как адвокатный человек, объясняешь ему в нормальной манере. А если ты смотришь, бежит, ну, все, уже тут без разницы, что будет говорить. Бежит, уже глаза квадратные. В этом случае лучше, ну, это же тоже, лучше не провоцировать и не общаться. То есть в зависимости от ситуации. Це з досвідом прийшло, чи це так вчать, як це відбувається? А, ну, це як-то внутрішнє, це необ'яснимо. Тобто на інтуїції, так? Ну, скоріше всього, так. Да. Ну, воно не завжди допомагає, вам теж сказати, поэтому... Да, воно, кажеться, поможе, ти думаєш, ні, краще б я промовчала, поэтому... Я, знаєте, що хотів вас запитати. Ну, з останніх новин в нашому суддівському корпусі підняли зарплату на 60%. Арбітром. Я насправді чесно вам скажу, я вважаю, що це дуже важка робота, і ті, скільки там було, 15 тисяч, так, для головного арбітра. Ну, там з проїздом, це все там місяць. Там вже теж моменти були. З проїздом, так? Да? Да. Ну, то навіть, по-моєму, на переліт не вистачить. Ну, я вважаю, що це насправді дуже мало. Ці 15 тисяч, те, що було, і я вважаю, що, ну, ця робота повинна оплачуватись значно вище. Але повинні були скасувати такі поняття, як прийом арбітра клубом в Україні. В європейському футболі, коли ви обслуговуєте матчі міжнародного рівня, немає такого, я не знаю, як правильно сказати, такої традиції, звички, що клуб зустрічає арбітра, везе там, в готель, поселяє за свій рахунок, годує, там, поїть. А в Україні як? Нет, дело в том, что если это матчи под эгидой УЕФА или ФИФА, то есть на матч тебя встречают. Клуб, який клуб приймає, который, да? Да, но не клуб, но там есть представители, допустим, может, нейтральной какой-то ассоциации, ну, с Федерацией футбола, ассоциации, то есть не от клуба, а какое-то лицо. Ну, не администратор, там, с Хеннесси. Нет. Ну, то есть, ну, если на международную игру приезжаешь, тебя встречают, поселяют в гостиницу, то есть трансфер, отель, стадион, отель, то есть это все организовано. Ты не организовываешь себе вообще ничего. В Украине? В Украине вот сейчас изменилась система. Раньше встречали представителей команд. Сейчас ты нейтральный человек, то есть независимый еще и от команд, от администраторов. Но это очень хорошая идея. И, ну, если, ну, мне нравится, вот, что ты нейтральный. Вам так подобается? Да, мне так нравится. Ну, а вот так по-честному, симпатия арбитра залежит от того, как прийняла сторона. Ну, я не маю на увазі, що якщо навіть я вас запитаю, ви мені все одно, я впевнений, не скажете, чи були там спроби підкупу, тому що ви повинні, якщо були такі спроби, да, щось вам запропонувати, ви повинні про це заявляти в відповідній інстанції. Якщо ви цього не зробили, ви винна в цьому епізоді. Тому я навіть таке питання ставити не буду. Мені просто цікаво, от, ну, зустріли вас, да? Поселили там в 5 зірок готель найкращий в місті, накрили поляну в хорошому ресторані, чорна ікра, там... Це сказка. Сказки розказуєте. Найкраще. А? Ви такі сказки розказуєте? Ні, просто ви розумієте, в мене в моїй життєвій кар'єрі був досвід роботи в клубі футбольному. Mm. І я коли одного разу побачив рахунок, роздруковка рахунка, mm-hmm. як повечеряли арбітри, які судили наш матч, повірте, це не сказки. Я просто не знаю, ну, це був 2012 чи 13 рік, але це не сказки, повірте. Тому що за свої гроші я більш ніж впевнений, що, ну, люди так не повечеряють, розумієте? Угу. З такими напоями, з такими делікатесами. Коли ти сам платиш своєї кишені, ну, ти думаєш, там, тобі взяти 30-річний макалом, віскі чи, може, там, Джек Деніелс або щось там простіше односолодове. Тому це не сказки, насправді. Ні, у мене в моїй історії такого просто не було, поэтому... От, ну, мені цікаво, симпатія виникає в арбітра, це може вплинути там на якісь... Ну, для мене, чесно вам скажу, це взагалі ніякого не має значення, тобто взагалі ніяк не впливає, совершенно ніяк. Позаминулого сезону Олексій Михайличенко
після програмного матчу «Динамо» з Десною, ну, публічно заявив про те, що не зрозумів, чому із суддівської кімнати лунали крики радості. Це була ваша робота і ваша суддівська кімната. Ну, що стало, що там було? Діло в тому, що вот, ну, теж опять, може, в житті і специфіки арбітража не розуміє. Тут, ну, так, я скажу вже откровенно і чесно. Вот был ВАР, да, и в принципе на, перед этим, ну, очень часто звали к ВАРу. Ну и, допустим, это для арбитра не очень хорошо, потому что когда зовут, это означает, что ты допустил ошибку. Но я думаю, мало кому хочется допускать ошибки, и это так оно, ну, болезненно воспринимается. И, ну, в этом матче отработали без ВАРа, то есть не было таких ошибок, которые там звали, ты исправлял свое решение. Сказать, что чувство и радости, тут даже никто и близко там не думал, кто выиграл, кто проиграл. Для нас, для арбитров, ну, не лично, провести свою работу профессионально. И как бы неважно, кто выиграл, кто проиграл, главное отработать, и пусть выиграют сильнейшие, и выполнить профессионально, без ошибок. После этой игры не было ВАРа, и... Счастливо, но где-то в душе был, что не было вара, ты был рад, потому что когда один вар, второй, третий, ну, оно тяжело. Тобто вар працював, але жодне ваше було... рішення не, да, не викликало, да, да. Поэтому, там, ну, привідів для роботи. Сказати чувство щастя і близько такого не було. Просто ви кайфували від того, що ви якісно, да, ідеально, бездоганно, ну, виконали свою роботу. Да, искренне скажу, зайшли в роздівалку, думаю, фух. Слава Богу. Ну, это я так уже внутренне расскажу. Слава Богу, не было вара. И оно, ну, это все в шутку, не в шутку, но расскажу, как оно на самом деле было. Поэтому каких-то там эмоций по поводу, ну, кто выиграл, не, кто проиграл, вообще не было. Ну, просто, розумієте, от ми зараз пояснюємо всім, що судді, арбітри, футбольці, також люди. І, ну, також радіють за правильно, якісно, класно виконану свою роботу. Як футболісти, як команди там кричать, ну, да, фотографуються. Ну, судді теж такі емоції, значить. Ну, криків не було, і емоцій не було, просто, ну, може, як-то там общались на повышених, ну, там, в роздівалці. Тобто ми як-то общались, обмінювалися мненнями. Ну, сказати, що там крики или там шампанське відкривали, вообще даже в мыслях не было. Был просто, ну, как-то такой оптимистический настрой, и, ну, анализировали свою проделанную работу, ну, не более, вообще совершенно ничего такого не было. Кать, судьи закрыты, не спілкуются с прессой взагалі. Як ви ставитесь до ідеї, щоб після матчу, може, не зразу після матчу, коли там пульс високий, на наступний день судді давали якісь флеш-інтерв'ю, як це роблять гравці-тренери, коментуючи свої дії. Чи поможе ця ідея десь там зняти тиск на арбітрів? Чи поможе ця ідея? От як зараз ви розповіли просту історію. Вся футбольна громадськість почула це з вуст тренера однієї з команд, який, ну, в принципі, не знав, що відбувалось і чому так. Ви зараз пояснили, і, в принципі, все зрозуміло. Ну, от потрібна така практика, потрібне арбітрам спілкування із громадськістю, потрібна арбітрам трибуна. Чи краще так, як є зараз, коли ви відсторонені, відгороджені, закриті регламентними нормами і Лучано Лучі? Ви знаєте, от є грамотні руководителі, вони знають, що робити, і я підтримую повністю їх рішення. І от... Просто дивіться, чисто по-людськи. Ні, я даже вот не могу сказати, потому что... Чисто по-людськи, это... от дивіться. Я... Да. От у вас є історія, да? Вас критикують. Вас критикують, але давайте от руку на серце ми покладемо. Переважна більшість людей, навіть футболістів, ми Марчиняка згадували його інтерв'ю, футболістів, тренерів, я ж не кажу про людей, які на трибунах перебувають, ну вони, ну, не знають футбольних правил глибоко. Максимум, з якої точки треба пенальті пробувати, так? Да? От по-чесному. Ну, правильно. Да, вони не вмикають, в них своя робота, їм треба вміти зупинити м'яч, віддати передачу, знати, куди там, в якій фазі забігти. Окей, ми це не беремо. Вони критикують вашу роботу, у вас не виникає бажання, не те, що бажання, потреба, вийти і сказати, та ні, ну ви, як Вітя Льоненко говорить, чайники. Так повинно бути, тому що так написано в правилах футболу. Ну, от, чесно скажу, тут, как бы, различные моменты могут возникать.
Поэтому вот насчет все вопросы к руководителям. Вот это искренне и действительно не могу ничего даже добавить. Если даже есть такая потребность, да, спросить, это все необходимо делать через комитета арбитра, через руководителя, Лучи Лучана. Я знаю, я про це інтерв'ю з вами домовлявся з березня місяця, якщо я правильно пригадую, дамо питання. Ну, от починали піднімати. Я дякую, що пішли на зустріч, насправді, і вам також. Ну, я питаю чисто по-людськи, от вам. Я розумію, що є регламентні норми, є порядок, за який ви не вийдете, якщо ви хочете бути, ну, в принципі, працювати далі. Ви не можете цього порушити. І це нормально, тому що якщо нема порядку, то з'являється хаос. Да, але у вас, от по-людськи, нема бажання інколи вийти, дати інтерв'ю? Чесно скажу, у мене нет. У мене є... Почему? Объясню, почему. Потому что все мнения не изменишь, ну, как бы, и ты сам анализируешь матч. Есть, я же говорю, вот руководители, есть инспектора, которые дают тебе оценку. И, в принципе, по профессиональной точке зрения, ты сам даже после игры выходишь и думаешь, ну, сегодня ну, плохо не сложилось, да, ты недоволен, ты расстроен. И, как бы, еще там, отвечая на вопросы, это усугублять тоже, я думаю, не каждый это сможет. И это последовательность, это, знаете, от одного момента к другому будет сравнение. Но руководители есть, вот если есть вопросы, задавать им, и они уже решат, можно общаться или нет. Ну, я считаю, что это правильно. Вот скажу вам так. Ви довго переживаєте свою помилку? Ви довго прокручуєте в голові момент, там десь, ну, картаючи себе? Чи вмієте спокійно ставитись до невдач? Ну, є, окей, підемо далі. Я довго. Довго? В зависимості, звісно. Самоєд? Так, да, ще, особливо раніше, ще тот самоєд. Тому аналізую дуже довго, але со временем вот прийшла к виводу, чим швидше я це забуду, чим я швидше зроблю виводи, тем быстрее я вернусь и буду хорошо проводить матчи. И действительно, этому надо учиться, это нужно время. И плюс вот сейчас вот мы говорим, есть система ВАР, да, вот она помогает. Если какой-то момент ты не прав, ты исправил, да, у тебя все равно остается осадок, ты расстроен, но самое основное – это не страдают команды. То есть если ты твою ошибку исправили, это никому не интересно, ни игрокам, ни зрителям. Ну, слава богу, самое главное – это справедливость, да, и правильно принятое решение. Конечно, по твоим амбициям, по твоему самолюбию, ты, ну, это не безразлично, но только тебе. Но все остальные не страдают, и вот это самое главное. Як людина, яка працює під постійним тиском, ви коли-небудь використовували послуги психолога? Ну, це личний вопрос, тому... Да? Окей, вибачте, тоді не буду я розвивати це питання. Ну, кстати, ні, можемо просто в соревнованиях FIFA на турнірі, да, вот у нас був там психолог, который, ну, когда находишься там месяц на соревнованиях, ответственные игры. И есть психолог, к которому ты можешь прийти и пообщаться. То есть есть такое направление, и это открыто, и то есть это сейчас практикуется. Знаете, что мне интересно ще? От ви відпрацювали матч. Після матчу представник одного з клубів, або, ну, одного з клубів, давайте скажемо так, десь там наїхав на вас, як на арбітра, на вашу роботу в медіа. Несправедливо, нехай буде так. Або, ну, або справедливо. От як ви боретесь в собі із бажанням в наступному матчі цієї команди подякувати, ну, в лапках подякувати за цей наїзд? Пам'ятаєте слова Мілєвського після матча? Бути, ми ще к вам в Мінськ приїдемо, клоуном. Ви знаєте, у мене взагалі такої реакції немає. Ви не злопам'ятні? Взагалі. І от найцікавіше, я навіть в житті прийшла к виводу, от аналізую, що я не можу ні з ким ссоритися. Вот даже с сестрой, там какие-то маленькие недоразумения, все, я хожу, у меня нет настроения, у меня вот так вот, даже вот неважно, какая ситуация, я звоню там, вам некомфортно в конфликтной ситуации? Нет, вообще. Я вот пообщалась, мы помирились, я самый счастливый человек, поэтому не люблю ни с кем ссориться. И
Даже я, если буду на кого-то злиться, и вот как-то, да, вот в следующем матче, ну, у меня таких и мыслей нету, там, или какая-то этот, агрессия, нет, ну, даже если какой-то негатив, ну, особенно если действительно где-то неправ, я стараюсь разобраться в себе, и чтобы таких ошибок не было. Скажите, будь ласка, вам колись погрожували до або після матчу? Слава Богу, таких случаев не было. І ну, там повідомлення, може якісь там анонімні, ніколи такого не було? Ні, такого не було. Слава Богу. Да, слава Богу. Я просто, ця історія була, як це Майкл Олівер, да, арбітр? Да, те, що да. Йому там розписував, це дійсно страшно. Да, вот у нас, у меня такой случай был в женском арбитраже, девочка из Норвегии, Кристина. Хороший арбитр, ну, все у нее складывалось в очень хорошее направление, но был матч в полуфинале Олимпийских игр, и ну, там она неудачно да, приняла решение, неудачная игра сложилась, это США играла с Канадой. После этого США выиграла там, вследствие ее принятия решений, и после этого ее семье, ей начались угрозы, психма в сообщениях, и вот она не смогла даже продолжить карьеру. Взломалась психологически. Да, все, она полгода побыла еще, после полгода она все решила закончить карьеру арбитра, потому что были угрозы и письма, но она просто не смогла это выдержать. Это нелегко, я вам скажу. Поэтому ну, дай бог это да, не сталкиваться с этим. Ну, таких случаев, слава Богу, не было. А кто для вас эталон арбитра и чему? Ну, я как уже сказала, это вот Калина объяснила, почему. Потому что у него нашлось сил, интеллекта, образованности, да, быть арбитром, а потом еще быть руководителем УЕФА, сейчас ФИФА. Прекрасным лектором, но он профессионал. Да, многие его не любят, многие любят. Это, то есть он очень сильный человек. И я вот смотрю со стороны, ну, конечно, для меня профессионал. Ви досягли у футбольному арбітражі всього, про що могли мріяти? Чи ставити перед собою ще якісь вищі цілі? Ну вот, мне даже страшно. Ты там мечтала о финале Лиги чемпионов, да, вот женщин. Я когда начинала, у меня даже такое не то, что мечты, это было что-то неизбываемое, нереальное, это как вот не мечта, даже а сказка, как я говорю, была для меня, ну, то есть я арбитр финала того, что-то никогда в жизни такого не будет, но это было что-то из области фантастики. Но вот ну, со временем это, как я говорю, мечты становятся реальностью. Ну, сейчас на данный момент есть наслаждение, действительно нужно продолжать. И для меня это еще самое основное – это профессионально выполненная работа. Вот это очень важно. Есть еще какая-то мотивация? Мотивации достаточно всегда. Да? Да, потому что выйдешь вроде там, ну, тут такая работа, что каждый день нужно что-то как бы доказывать, да. Вот выходишь, ну, не могу сказать расслаблен, но где-то чуть-чуть не сконцентрированный, допускаешь ошибку и все. И ты понимаешь, что этого делать нельзя, и нужно продолжать работать и концентрироваться. И вот легко упасть, да, вот тяжело подняться, да, поэтому нужно держаться на уровне и развивать и свой профессионализм. Ви найсуворіший для себе суддя, чи все-таки Лучано Лучі, куратор українського арбітражу, більш суворий? Ну, да, он строгий и контролирует всю нашу работу, поэтому строгость присутствует в руководстве. Багатьох карає? Ну, вот как бы я не смотрю, у нас есть группа, да, которую он анализирует и говорит, кто хорошо выполнил работу, кто плохо, ну, когда, как он считает нужным. Поэтому я, он руководитель, и я, ну, как бы согласна, поддерживаю методику. Окей. Останнє питання. Що робить Катерину Монзуль щасливою у цьому житті? Сім'я, отношення, іскренність. Кар'єра? Присутствую теж. Дякую вам. Спасибо. Друзі, у нас черга традиційного конкурсу. Ось от офіційний м'яч Чемпіонату Європи 2020 із автографом Катерини Монзуль виграє той, хто
правильно відповість на ось яке запитання. Катерина нам сьогодні розповіла, що відволікається від футбольної рутини переглядом серіалів. Про серіали ми поговорили, але також вона любить і фільми. Тому увага, запитання. Улюблений фільм Катерини Монзоль.